На сегодня мы знаем, что по результатам ОГЭ у нас в Республике Татарстан вот есть вот такое количество отличников. Так, да, я думаю, это количество отличников с конкурсов. Нам нужно привлекать, это буквально сегодня эти люди должны работать в нашей лаборатории, особенно естественники, конечно, и в том числе гуманитарии будущее. Вот, они должны, конечно, работать. Эти люди, они могли выполнять свои работы в наших лабораториях, правильно? То есть участие наших молодых ученых, преподавателей, там, студентов, может быть, даже под руководством студентов. Да. Как вы помните, было распоряжение до 1 октября представить предложение директоров института по анализу приемной кампании и оценке привлекательности образовательных программ. Кто за это предложение? Кто против? Воздержался? Не согласен? Спасибо.